Хотел бы обратить ваше внимание на состояние тротуаров по Луганской, выше Сатпаева. Там сейчас местами отсутствуют тротуары, они наполовину разрушены. И планируется ли ремонт данного участка? По улице Луганского у нас стоит, значит, средний ремонт самой проезжей части на следующий год. С управлением городской мобильности мы отрабатываем. Есть отдельные участки, где есть тротуарная часть, где отсутствует. То есть мы на следующий год совместно с городским управлением мобильности эту работу завершим. По воде канализации у нас так и стоит, это все висит в воздухе. Нужна вот именно, чтобы вы держали на контроле, чтобы этот вопрос продвинуть. Потому что проект 2014 года все так и висит. Но... По готовности ПСД на следующий год мы начнем работать.